Всем привет! Сегодня мы будем делать тест специальной воздушной службы Великобритании. У нас здесь тоже свой туманный Альбион, туман, холод. Тест состоит из 10 отжиманий от пола, 9 подтягиваний, 8 бёрпи, 7 выпрыгиваний с подносом колен, груди, 6 подъемов с переворотом, 5 подносов ног перекладине и 4 выхода на одну руку. Именно на одну. Сейчас попробуем лупануть. Лучшее время на отлично это 2 минуты 50 секунд, 3 минуты 40 секунд хорошо и 4 минуты удовлетворительно. Больше 4 минут это плохо. Сейчас попробую сделать я, потом мой друг-сослуживец Юра. Попробуем. Поехали. Так, отжимания. Ну все, где-то минута 10 с небольшим. Можно идти служить в Великобританию. Сейчас Юра попробует. Думаю, Юра сделает из 2 минут. Сейчас посмотрим. Это ответ на то, что говорят. С кем ты там служишь? Ты, наверное, один такой. Я вам говорю, я простой пожарный, как и этот парень. Юрик, уничтожь. Напоминай только, что... Сейчас. Так. Готов? Да. Погнали. Погнал. 10 раз. Здесь подтягивай. Восемь. 10. 8 бёрпи. Всем под нос ног. Шесть подъемов переворот. Сверху выпрямляйся. А то хейтить будет. Красава, красава, давай. 3, 4, 5. 5 подносов ног. 4 выхода на одну. Отличное время. 1, 2, 3, 4. О-о-о! Сколько? Я не угадал. Я думал, будет из 2 минут, а получилось из 1:30. Короче, что, увольняемся из МЧС, едем в Великобританию. Все. Буду учить английский. Буду снимать с такими сильными парнями. Я вам докажу, что в МЧС работают действительно сильные люди. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, колокольчик. Пишите дикарю этому. С вами был Дикий Лось. Да, туманный Альбион.
Всем пока, до новых встреч.